Всем привет! В последнее время много людей меня спрашивает, почему мы переехали из Техаса обратно во Флориду. И в этом видео я постараюсь быстро об этом рассказать и дать еще на ссылки на мои другие видео, где я сравнивал просто Техас и Флориду, где частично можно понять, что нам нравилось больше в одном или в другом штате. И у меня на блоге есть целая статья, где я сравнивал Техас с Флоридой. Если вы в Google впишите Техас или Флорида, точка, куда лучше ехать, вопросительный знак, и в скобках вопрос будущих иммигрантов. Вот, это вам должно открыть мою статью, ну, вернее, в поиске в Google эта статья должна быть первой в списке. И там же есть и ссылки на видео, и описание разных моментов в жизни там и там, и итог. Если я не забуду, я вам дам ссылку на эту статью внизу под этим видео. Также дам ссылку на плейлист, который, по-моему, так и называется у меня «Техас против Флориды», где собраны несколько видео, где я сравниваю некоторые моменты жизни в этих двух штатах. Ну а сейчас я вот постараюсь немножко вот так быстро пробежаться. Итак, самыми первыми главными причинами нашего переезда обратно во Флориду была природа и погода. Дело в том, что когда мы переехали в Техас, это было в ноябре 2014 года. Это как раз было то время, когда уже тепло закончилось и уже начиналась зима. Для многих, конечно, может показаться, что зима в Техасе не холодная, снега нету по сравнению, конечно, там где-то даже с Украиной, с Россией, с Беларусью. Вот. Но так как мы жили 4 года до этого во Флориде, где зимой в среднем плюс 20 днем, то для нас уже плюс 10 днем, это уже было прохладнее. Но плюс 10 это еще не страшно. Хуже всего было то, что был такой период в Далласе, мы жили в Далласе, Техасе, что просто небо было затянуто тучами несколько недель без одного лучика солнца. Моросил немножко дождь, не то что там дождь нормально шел. Просто вот иногда вот такая, знаете, как сырость на улице, и то ли есть дождь, то ли нету, как-то влажно очень. А на улице плюс 5, плюс 10 днем, ночью температура опускается до нуля, темнеет зимой рано, там в 6 вечера уже темно, и получается, я прихожу с работы около 6, на улице темно, температура там плюс 5, влажно, и просто нечего делать. Не выйдешь, не погуляешь на улицу, приходится просто сидеть дома. И вот буквально после, наверное, 2 месяцев жизни вот в Далласе, в Техасе, мы уже на 100% поняли, что здесь мы жить больше точно не будем. Что мы не будем покупать в Далласе дом, мы по-любому оттуда переедем. Вот. Ну и мы немножко думали, что делать дальше. То есть мы поняли точно, что севернее мы не хотим. Мы не хотим, чтобы было еще холоднее. А на юг Техаса переезжать, ну это тоже менять шило на мыло. Погода, конечно, на юге красивее, но это все равно Техас. Это немножко пустынная местность, где мало природы. Вот природа еще другой фактор. А в Далласе просто нечего делать вообще. Даже когда погода хорошая, там очень мало разного рода парков. Под нечего делать, я имею в виду именно outside, на улице там, какой-то парк, пойти вот, допустим, во Флориде очень много парков, штатных парков, просто небольших парков, везде зелень, зеленая травка, зеленые деревья, пляжей полно, просто можно куда-то поехать, посмотреть, погулять, полежать на пляже, очень много есть, чем заняться на улице. В Далласе с этим очень проблема. Там буквально на пальцах можно пересчитать места, где вот есть что поделать на улице. И там, где мы жили, там был небольшой парк, в котором, ну, просто ничего не было. Там дорожки беговые, велосипедные,
Там, по-моему, даже грилей не было. То есть, ну, можно просто приехать там именно спортом позаниматься, пробежать кружок, либо просто прогуляться вечером. Этот парк был постоянно забитый, потому что за неимением ничего лучшего. Люди ехали хотя бы туда, чтобы вот прогуляться на улице. Вот. В Далласе очень много ресторанов, по-моему, самое большое разнообразие ресторанов разных вообще в США, или одно из. Но в рестораны каждый день не походишь. И вообще, вот, когда приходишь там в декабре домой, на улице холодно, сыро, вообще не хочется на улицу выходить. Во Флориде же зимой можно спокойно выйти. Ну, иногда, конечно, во Флориде тоже холодает, там и плюс 10, и даже до плюс 5 ночью температура опускается. Но все равно, если вечером нормальный вечер, там плюс 10, плюс 15, можно там штаны, кофту надеть, да пойти на гриль что-то пожарить. В Техасе у нас такой опции не было. И вот поэтому природа и погода — это две самые главные причины, почему мы переехали обратно во Флориду. Мы еще думали, может, поехать в Калифорнию, но Калифорния слишком дорогая для жизни, и там слишком дорого стоит недвижимость. Среди плюсов, да, там есть не только вода, но и горы. Но в Калифорнии все равно прохладнее, чем во Флориде. Даже в Южной Калифорнии, даже в Лос-Анджелесе, там уже в октябре точно холодно купаться, а во Флориде еще нормально. Вот мы даже вот на Крисмас, на Рождество купались в океане здесь, во Флориде. Это, правда, конечно, было теплее, чем обычно, но все равно бывают дни, что вообще тепло. А теперь так, немножко про статьи. Значит так, природа и погода, это я уже сейчас рассказал, это самые главные причины. А материально стоимость жизни примерно одинакова во Флориде, в Калифорнии. Рент, продукты, все приблизительно. Если там немножко отличается, то это совсем незначительная разница. Люди, что мне нравилось больше в Техасе по сравнению с Флоридой, там намного. Во-первых, средний возраст людей в Техасе, в Далласе, где мы жили, моложе, чем во Флориде. Все-таки во Флориде много пенсионеров, много сюда людей приезжает на пенсию, потому что дешево, тепло, красиво. Вот. И в Далласе больше работы и немножко лучше оплачивается работа, чем во Флориде. Поэтому, возможно, молодые люди живут там. Постарше люди живут во Флориде. Но это не стало, как бы, для нас значительным минусом, чтобы оставаться в Далласе и не возвращаться во Флориду. Красивее люди в Далласе одеваются, даже в тот же Walmart выйти там. Там люди просто будут немножко более красиво одеты. Во Флориде в пижамах, в сланцах, в грязных футболках это вообще не что-то странное, это нормально, если вы в Walmart увидите такого человека. Где более активный, вот, насчет, где более активная жизнь, где скучнее. Так как мы любители именно отдыха на улице, снаружи, а не кино, ресторан. Ну, кино, рестораны мы тоже любим, но для нас очень важно, чтобы было что делать outside. И в этом плане Даллас очень уступает Флориде, центральной Флориде, где мы живем, и Южной Флориде уступает, наверное, даже и Северной. Так что в Далласе очень скучно. И, кстати, я встречал разных людей, которые уехали из Далласа. Я недавно встретил человека здесь у нас во Флориде, в дилершипе, который тоже жил во Флориде, переехал в Даллас и вернулся. И мы с ним буквально пару слов перекинулись, и он говорит, я говорю, что, ну, скучно в Далласе. Он говорит, да. И он абсолютно согласен в этом, потому что он тоже жил во Флориде, он может сравнить вот эти два штата в плане, где скучно. Потому что когда я общался с людьми, которые родились, выросли вот там в Далласе, большинство из них хвалят Даллас как жаба болото, что здесь так все классно. Но когда я спрашиваю, а ты где-то еще жил, кроме Далласа? Нет, а зачем, здесь лучше всего. Но когда я встречал людей,
А у меня сотрудник был с Аризоны. Аризона, где в основном пустыня. Но там немножко есть горы. Хоть они и пустынные, но горы. Он любитель велосипедов. Он очень много катается на велосипедах. И он говорит, что даже в Аризоне есть больше, чего поделать outside. И намного легче ему в Аризоне было найти какие-то велосипедные парки и дорожки, где классно можно покататься на велосипедах. В Далласе, это ему было труднее. Насчет работы. В Далласе больше работы. Если вы сейчас смотрите видео это и пытаетесь решить там при выигрыше в грин-карту или при другом случае, когда вы уже будете ехать в США, если вы еще не здесь, и вы думаете, куда лучше ехать, в плане работы Даллас намного лучше Флориды. И если вы хотите, чтобы легче вам было найти работу, то я, конечно, вам советую ехать в Даллас. Дальше. Дороги. В Далласе ужасные дороги. А вообще в Техасе дороги хорошие. Хайвей классные в Техасе. Но в чертах города, именно, ну, Даллас и Даллас Метрополитен Эрия, там ужасные бетонные дороги. Мы были в Остине, в Хьюстоне, в Сан-Антонио. И таких ужасных дорог в других городах Техаса мы не видели. В Далласе они просто ужасные, я их ненавидел. Мы когда переехали во Флориду, и поэтому по флоридскому асфальту ты просто плывешь, никакого шума, никакого тыдыш-тыдыш-тыдыш-тыдыш от того, что с плиты на плиту машина скачет. И там плиты не то, что все вровень. Здесь иногда в Флориде тоже есть бетонные дороги, но плиты все вровень. А в Техасе одна плита вот в Далласе, одна плита так, и машина вот так вот едет. Тыдыш-тыдыш-тыдыш-тыдыш. Ух, как вспомню, аж бесит. Дальше. У меня здесь в статье просто фоточки. Итог. Сейчас, что я здесь писал в итоге? Писал, что мы еще никуда не переезжаем, но здесь жить точно не будем. Ну, в общем, вот мы переехали. Поработали годик. Мы давно, ну, мы буквально там через 2-3 месяца жизни в Далласе, мы поняли, что мы там жить не будем, и мы хотим вернуться обратно во Флориду, потому что Калифорния тоже не вариант. Там слишком дорого, и сейчас Калифорния очень большой процент калифорнийцев переезжает из Калифорнии из-за того, что неоправданно дорогая жизнь в Калифорнии. Там не намного выше зарплаты и не намного выше. В IT зарплаты выше, но в других сферах они не особо выше, чем в других штатах или чем в среднем по США, но жизнь дороже. И вот я знаю людей, программистов, тестеров, которые живут в Силиконовой долине, там работают. И им приходится жить с румейтами, потому что снять апартмент, вот такой, как у нас здесь, двухбедрумный апартмент, там стоит, наверное, раза в три дороже. Но зарплата там не в три раза больше, чем здесь. Ну, может, на процентов 20, 30, 50 максимум. Но это не в три раза. Так что итог этого видео. Переехали мы в Флориду, потому что нам не нравилась природа и погода, и потому что там скучно. Остался я на работе на той же. В принципе, ну, я сказал, что в Далласе работы больше, но здесь тоже работа есть. При большом желании и здесь можно найти работу, и у меня много друзей работают в IT, и все при работах, все, кто хотел найти работу, он ее здесь нашел. Так что это тоже не проблема. Поискать придется дольше, но работа найдется, если вы хороший специалист. Вот. Поэтому мы здесь и наслаждаемся теплом. Правда, январь у нас немножко холодный в этом году. Декабрь был очень жарким, январь холодный. Но ничего страшного, это все равно лучше, чем Техас, чем Даллас. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Если я не забуду, я оставлю ссылки на статью в блоге и на плейлист. Я, наверное, это видео тоже в этот же плейлист кину, так как, в принципе, я сейчас вот сравнивал Техас с Флоридой. Так что я кину это видео в тот плейлист, где есть другие видео, где я более подробно рассказывал о разных моментах, о дорогах, о работе и так дальше. И надеюсь, что я ответил на ваш вопрос, почему мы переехали обратно во Флориду. Так что подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на мой украиноязычный канал, кто понимает украинский язык. Канал называется Диаспора. Всем пока!